Вы приехали назначить премьер-министра или разбираться с сыном? Конкуренты пытаются опозорить нашу семью. Не чувствую позора. Зачем вы хотите стать самой влиятельной персоной в стране? Премьер-министр? Она опасна. Для вас. Перехваченные данные. Голосовая почта. Мы метим на самый верх. Почему с тобой так сложно? Мозг вашего сына серьезно поврежден. В некоторых семьях о близких говорят иначе. Откровенно, но и тактично. Откровенно. Что это значит? Гейден, что ты натворил? Вашему сыну нельзя доверять. Он опасен, Макс. Мы все способны на предательство. Мать, отец, сын. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.